Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим суп-гуляш с картофелем, болгарским перцем и паприкой. Для этого нам понадобится мясо. Вот у меня голяшка где-то около килограмма. Болгарский перец. Вот две штуки крупных. 5 вот таких средних картофелин, одна морковь большая, одна луковица большая. Также понадобится масло подсолнечное, томатная паста, 4 столовых ложки, ну, соль, перец по вкусу, это понятно. Соли где-то понадобится нам 1 столовая ложка без верха, 4 зубчика чеснока, лавровый лист, 2 штучки, перец горошком и 1 столовая ложка красной молотой паприки. Ну, поехали! Лук режем помельче. Мясо моем и режем вот на такие небольшие кусочки. Морковь режем вот так на диски. И потом вот на такие вот полосочки. Картошку режем пополам, вот на средние. И делим крупно ее на 6 частей. Перец режем крупно. И потом вот соломкой режем. Разогретую сковороду вливаем масло подсолнечное. Высыпаем наш лук, порезанный на небольшие кусочки. Жарим до прозрачности. Луковый вот соус. Кладем мясо. Ну вот, и жарим его где-то около 10 минут. Мясо с луком в кастрюлю. Добавляем воды горячей, чтобы у нас закрыло мясо где-то сантиметров на 10. Вот так. Столовую ложку соли берем и солим. И минут 30 варим на небольшом огне под крышечкой. Закипело наше мясо. Теперь высыпаем морковь. Вот и прошло 30 минут, а теперь высыпаем картофель. Если чувствуем, что у нас воды маловато, то доливаем еще, чтобы она всегда у нас была где-то повыше. Вот, у меня достаточно. Высыпаем перец. И все вместе варим минут 15. Добавляем томатную пасту, 4 столовых ложки. И паприку, целую столовую ложку. Высыпаем столовую ложку паприки и размешиваем. В общей сложности мы варили где-то около часа. Теперь добавляем за 5 минут до приготовления перец горошком. 2 лавровых листа вымытых. И чеснок. Две столовые ложки и даем прогреться где-то минут 5. Вот и приготовилось наше вкусное и сытное блюдо. Приятного аппетита!